Ректор КФУ Ильшат Гафуров в составе делегации Республики Татарстан под руководством президента Рустама Миниханова прибыл в столицу Казахстана, где открылся Астанинский форум исламской экономики. В рамках мероприятия татарстанская делегация представляет республику как одного из ключевых перспективных партнеров для казахского бизнеса. На форуме состоялось подписание целого ряда документов, направленных на закрепление дружеских и деловых связей. Казанский федеральный университет и Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который устанавливает долгосрочные партнерские отношения для реализации совместных проектов. В рамках сотрудничества планируется, что основным станет академический обмен, причем как студентами, так и преподавателями, запуск совместных образовательных программ и обмен самыми современными образовательными технологиями. Кроме того, стороны смогут поделиться друг с другом опытом в разработке методических материалов и научной литературы. Также Казанский университет продолжит расширять партнерские связи с другими вузами Казахстана. В рамках визита в Астану ректор КФУ и президент Татарстана также посетили Назарбаев университет. Сотрудничество вуза с КФУ началось в 2016 году, когда его представители впервые прибыли в Казань для обмена опытом в сфере трансляционной медицины. Сегодня наглядно изучить возможности партнеров смог Ильшат Гафуров. Татарстанским гостям показали передовые лаборатории, кампусы и образовательную инфраструктуру, а также познакомились с лучшими студенческими проектами Назарбаев университета и его IT-центра. Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Казань посетил КФУ и был удостоен звания почетный доктор Казанского федерального университета. Визит делегации Татарстана в Астану продлится до 5 июля. Диана Шилова, Универньюз.